Всем привет! Сейчас всем открою секрет, как я отмываю свою микроволновку. Я не знаю, может быть, кто-то так и делает, но я это делаю себя. Раньше, конечно, делала я это с Фэри, задыхалась вот этими парами этой химии. Сейчас у меня вот такие два чудо-средства. Губка, мокрая губка, капелька, средство для мытья посуды, прямо на нее. Ну, тоже где-то капелька, растворитель, жиротрсак. Ложу в микроволновку. Закрываю и ставлю на 30 секунд. Ну, сейчас посмотрю, конечно, могу еще добавить 30 секунд. Так, отключаем. Видите, все парит. Средства моющие Атерсак очень-очень любят горячую среду. Здесь у меня, конечно, все горячее. Ну, примерно вам покажу, что это жир весь отходит сразу моментально. Даже не придется все это дело тереть. Я все это просто протру. Это, конечно, я все уберу. Но вот я вам показываю, что это все вот в таком вот виде. Все видите? Раз-раз, и все у нас чистенько. Раз в неделю я делаю такую вот профилактику для своей микроволновочки. Сейчас, конечно, я ее домою и покажу вам окончательный результат. Ну, вот такая красотка у меня вышла. Девчонки, кому надо, пользуйтесь. Главное, чтобы губка была смоченная. Потом по капельке растворитель масла. Капелька для мытья посуды. Все. И смотря от степени загрязнения, вы ставите время. То есть можно минутку, ну, на минутку прям поставить, и будет прям шикарно. Наверняка все отмоете. Потому что горячая среда для Атерсак – это самый-самый огонь. То есть, видите, все чистенько. Пользуйтесь, девчонки.